В эфире программа «День города». В студии Марина Комиссарова. Здравствуйте. Главные темы на сегодня. За соседа-должника расплачивается целый подъезд. Неизвестные, чтобы выбить долг, поджигают по ночам двери квартир в одном из рязанских домов. 26 тысяч отжиманий. Рязанцы побили рекорд победы. Пенсионеры больше не будут тратиться на коммунальные услуги. От взносов их освободит новый законопроект. Госдума предложила новые меры по борьбе с курением. Депутаты считают, что надо сделать сигаретные пачки одинаковыми по размеру, увеличить на них устрашающие картинки про болезни, а также повысить стоимость одной упаковки до 180 рублей к 2020 году. Кроме этого, парламентарии хотят ограничить розничную продажу табака и увеличить возрастные ограничения до 21 года. Нововведением может стать и запрет на любые добавки в сигаретах. Еще одна законодательная инициатива предусматривает полное освобождение пенсионеров от уплаты за услуги по водоснабжению, газа и электроснабжению. Новый законопроект внесен депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР Александром Шериным. По словам автора законодательной инициативы, такая мера позволит сбавить пыл естественных монополистов, приостановить рост цен на коммунальные услуги. Каким именно образом, расскажет Оксана Тебенихина. Сегодня в России около 34,5 миллионов пенсионеров по возрасту. При этом средний размер страховой пенсии по старости составил в 2015 году в среднем от 7 до 12 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи часто могут составлять до половины величины пенсии. То есть в ряде случаев пенсионер вынужден не жить, а выживать, причем за чертой бедности. Мы решили, что в нашей стране и тому свидетельствуют показатели достаточное количество природных ресурсов, которыми мы пользуемся, которые могли бы предоставлены быть бесплатно лицам, которые вышли на пенсию по старости. Мы предлагаем освободить от коммунальных платежей за газ, электричество, воду и водоотведение граждан Российской Федерации, вышедших на пенсию по старости. По словам Александра Шерина, автора законопроекта, пенсии регулярно индексируются, их размер растет. А предлагаемые инициативы призваны лишь стимулировать этот процесс иными способами. При этом нужно помнить, что эта мера еще раз поставит перед уполномоченными органами государства вопрос об обоснованности цен на услуги ЖКХ, так как определенную часть этих расходов начнет нести государство. Тарифы на указанные услуги определяются естественными монополиями при активном участии государства. А значит, такая мера должна будет вызвать более пристальное внимание к механизмам ценообразования, прежде всего, со стороны антимонопольных органов. По этой причине можно прогнозировать хоть и незначительное, но снижение стоимости услуг ЖКХ или же уменьшение темпов роста их стоимости. Данная инициатива направлена на повышение уровня жизни пенсионеров, а это всегда в той или иной мере способствует росту экономики. Денежные средства, которые пенсионер не потратит на отдельные жилищно-коммунальные платежи, будут потрачены на товары и услуги, с которых выгоду получит не только конкретное лицо, реализовавшее товар, но и государство в виде налогов и иных платежей. А в конечном счете это приведет к положительному росту российской экономики. Рекорд в День Победы. В Центральном городском парке прошла акция «Рекорд Победы». По задумке организаторов, участники общими силами должны были отжаться 25 933 раза. По одному разу за каждый день мирной жизни с 9 мая 1945 года до сегодняшнего дня. Подробнее в сюжете Александры Тамбовской. В регионе акция «Рекорд Победы» прошла во второй раз и сразу в двух городах – Касимов и Рязань. В областном центре она собрала около 200 человек. Среди них были не только мужчины, но и женщины и дети. Все желающие отжимались с 5 часов вечера до половины 10 по несколько подходов. В итоге, по задумке организаторов, должно было получиться 25 933 раза. Чтобы показать, что у нас есть здоровое поколение, которое в случае необходимости сможет защитить свою родину, не забывать ее подвига предков. Им было нелегко сделать нам мирное небо, победить фашизм. Это... Сегодня мы боремся только сами с собой, своими какими-то пороками, а не с каким-то врагом. Это самое главное. И это не столько доказать кому-то, что вот мы, ребят, смотрите, мы столько отжимаемся. Прежде всего для себя, что я могу прийти отжаться, у меня есть силы, я
занимаюсь спортом. Кроме командных отжиманий, здесь же проводились парные. Один из десантников отжался более сотни за один подход. 50 раз отжался мальчик 12 лет. Здесь же жители города соревновались в подтягивании с гири и без на призовые места. Кроме всего прочего, воркаутеры устроили показательные выступления. Сальто и гимнастические упражнения на брусьях не могли не удивить собравшихся зрителей. Каждый участник в этот день делал на площадке все, на что способен. Акция стала своеобразной проверкой на выносливость. Конечно, руки болят до сих пор, потому что ребята, которые вот потом остались, много сделали на каждого человека, вот так, если суммарно посчитать. Но у ребят хорошая физическая подготовка, то есть люди делали только то, в чем они были уверены, никаких каких-то травм или еще что-то подобного такого не было. Всего в Рязани общими силами отжались около 26,5 тысяч раз, тем самым превысив запланированный уровень. Сейчас со всех 189 городов-участников собираются отчеты по суммарному количеству отжиманий. Совсем скоро узнаем, кто оказался сильнейшим. Хотя это именно та акция, где важна не победа, а участие горожан и приобщение к здоровому образу жизни. Именно этим сегодня мы можем помочь своей родине, здоровым поколениям и духам. Жители дома на улице Гоголя вот уже 2 года живут в страхе. Неизвестные обещают сжечь целый подъезд. Поначалу на стенах подъезда оставались послания с угрозами. После невидимые враги перешли к действиям, начали поджигать двери квартир. Таким методом некто пытается вернуть денежный долг. Должником оказался один из жителей этого дома. В истории разбирался Роман Дворецков. Жителей дома по улице Гагарина уже 2 год терроризируют или терроризируют неизвестные. Все началось 2 года назад, когда на двери одного из жильцов стали появляться вот такие послания. Сам же владелец квартиры никак на эти сообщения не реагировал до того момента, пока его дверь не начали поджигать на постоянной основе. После этих случаев соседи начали беспокоиться за свое имущество. Однако владелец квартиры продолжал игнорировать такого рода послания и угрозы. И на вопросы нашей съемочной группы отказался отвечать. Я живу, все знаю. А мы говорим, что ты не живешь. Сереж, ты? Пожары воспроизводства как хозяину. А эти праздники у жильцов дома номер 42 по улице Гагарина выдались жаркими. Приблизительно в 4 утра 9 мая одну из дверей в подъезде подожгли. Проживающая в той квартире семья с 2 маленькими детьми сразу же обратилась в полицию. Но поддержки от правоохранительных органов жильцы не получили. Подожгли мою квартиру, мою дверь. Вот. Где-то был поджог в 4 утра. Вызвали милицию, потушили, конечно, мы своими силами. Но запах гари был очень ужасный. У меня 2 малолетних детей, у меня 3-месячный ребенок. Так что эта ситуация нас очень ужаснула, потому что я боюсь за детей. Писали в милицию, писали заявление. Вот. Нам приходит ответ, что нет доказательства, нет улик, мы не будем рассматривать и закрывают наше заявление. Во время разговора нашей съемочной группы с жильцами дома владелец квартиры отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. За него высказались его соседи. Записки появлялись регулярно с требованием там отдать какие-то деньги. То есть если не отдают деньги, там действительно была такая записка, то, что будет гореть весь подъезд. Ну вот что, в принципе, и происходит. Уже не знаем даже, что думать, что говорить, кто. Притом все это совершается действительно ночью, когда люди либо спят, либо кто в ночные смены там работает. То есть толком свидетелей никаких. Только вот фиксируем факт наличия поджогов. Как удалось выяснить, законный владелец квартиры отрицает любые обвинения. И, по словам его соседей, сам обращался в полицию. Но никаких документов, подтверждающих его слова, никто не видел. Жители 2-го подъезда дома номер 42 по улице Гагарина не могут спать спокойно, зная, что их жилье находится в опасности и уже дежурит по ночам, надеясь выследить неизвестных или неизвестного поджигателя. В эти дни на рязанских кортах проходит международный теннисный турнир имени Николая Озерова. На нем собрались спортсмены из 20 стран, большинство из них из России. Турнир имеет 2-ю категорию в рейтинге Международной федерации тенниса ITF. Выше только турниры «Большого шлема» и другие мировые соревнования. Турнир имени Николая Озерова проходит в России уже в 29-й раз. Рязань принимает его впервые, и очень символично, что именно на кортах Академии тенниса имени великого спортсмена, которая считается одной из лучших в стране. По крайней мере, так говорят и сами теннисисты, и судьи. Когда построили Рязанскую теннисную академию, вот я думаю, что это начало какого-то прогресса или развития тенниса в России. Мне так кажется, потому что здесь есть все и есть все, чтобы сделать из человека профессионала. Если таких объектов будет больше по России, то тогда
тенниса в России будет увеличиваться. Организация турнира очень хорошая. Во-первых, если бы база не соответствовала стандартам проведения турнира в такой категории, то турнира здесь не было бы. Но, на мой взгляд, база очень хорошая, одна из лучших в стране. Не только корты, но и знаменитые тренеры, в прошлом являющиеся олимпийскими чемпионами, притягивают сюда людей из других городов. Спортсмены остаются жить и тренироваться на базе Академии тенниса. Они обеспечены здесь всем. 18 кортов, есть грунт, хард, своя гостиница на 24 номера, столовая, где великолепно питают, им питание под заточенное именно под спортсменов. Как бы вот поэтому к нам и едут. Все это сделано для того, чтобы повысить уровень теннисистов в России. Исходя из государственного задания, из бюджета на эти цели выделяются специальные средства. Здесь российских спортсменов большинство. В принципе, такова и задача Федерации тенниса России, чтобы турниры проводились международные в России, чтобы российские ребята набирали международные рейтинговые очки. Соответственно, россиян 90% игроков, но есть очень сильные ребята, которые входят в сборные России по своему возрасту. Пока успешно выступают. Но... Этот турнир позволяет спортсменам, в том числе и воспитанникам Академии, прорваться в турниры первой категории. Здесь они могут заработать драгоценные рейтинговые очки, которые им для этого необходимы. Они сюда приехали за очками, потому что турнир достаточно высокой категории, второй. У нас в России есть только первой категории один турнир, Кубок Ельцина, и вот турнир второй категории. Поэтому, соответственно, для России, для игроков наших, это хороший шанс, чтобы не ездить за границу на турнир такой высокой категории. Закрытие этого турнира состоится 15 мая. Тогда же определятся победители. Считается, что в будущем на базе этой академии возможно проведение турниров первой категории. Для этого здесь есть все условия. Приобретение собственного жилья в наше время требует серьезного подхода. Взвешивая сочетание доступных расценок и современных представлений о комфорте, многие просто теряются в пучине предложений от строительных компаний. Для этого вторые и проводят открытые встречи с настоящими и потенциальными дольщиками. Внимательно всматриваясь в ансамбль четырехэтажек, будущие жильцы ЖК Дядьково наперебой задают интересующие вопросы. Хватит ли парковочных мест, можно ли рассчитывать на бюджетный ремонт, будет ли достойная детская площадка и, главное, как скоро они получат ключи от своих новеньких квартир. Мы решили сделать такой формат общения с нашими замечательными дольщиками, чтобы ответить на многочисленные вопросы, которые у них возникли в процессе нашего взаимного сотрудничества. Сегодня на строительной площадке присутствует строительное руководство, руководство подрядной организации, руководство застройщика, которые готовы ответить на все интересующие вопросы. Все хорошо, все открыто, все нам объяснили, провели нас в наши квартиры, как бы я свою квартиру увидела. Все устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее все сдалось. Юлия – одна из тех, кто уже заключил договор со строительной компанией МТР. Показывая на окна свои однушки, она с нетерпением ждет переезда. Не город, опять же, спокойно, и доехать отсюда до работы его сюда можно. Отныне встречи в формате «Дня открытых дверей» в ЖК Дядьково планируются каждые несколько недель. Для тех, кто не может приехать лично, работает горячая линия на сайте mtr.ru. Острые вопросы можно задать и на страничке группы ВКонтакте. Однозначно мы готовы к обратной связи. Мы понимаем, что, возможно, образовался какой-то информационный вакуум, который мы готовы заполнить. Эта квартира сделана под конкретного заказчика. Бюджетный ремонт от застройщика обошелся дольщику в 150 тысяч рублей. Осталось поклеить обои, доработать электрику, внести мебель, и можно справлять новоселье. В комнате и в коридоре ламинат, кухня и санузел, кафельная плитка полы. Санузел, плитка на стенах. Потенциальные соседи задаются и эстетической стороной вопроса. Есть ли выбор обоев и плитки, какое покрытие выбрать к теплым полам, придется ли менять двери и когда квартира будет сдана, если заказать такой же ремонт. У нас два дома полностью готовы, люди живут. Дом, который находится за мной, номер 4 по улице Связи, ему присвоен уже адрес, полностью готов к сдаче. Со дня на день ждем государственную комиссию и будем вводить дом в эксплуатацию. Застройщики и дольщики обменялись телефонами и пообещали обратную связь не терять. В Рязани проходит первенство России по спортивной радиопеленгации. Примечательно, что по итогам соревнований сформировали сборную страны, которая отправится на первенство мира в Норвегию.
В этом году на соревнованиях по радиопеленгации небывалое количество спортсменов. Почти 250 участников из 18 регионов страны самых разных возрастов. На одной площадке сразу несколько отборов. Это первенство России, первенство ДСААФ и всероссийские соревнования между младшими и между старшими возрастными группами. Все состязания проходят по 4 дисциплинам. В этих соревнованиях выполнялось 4 упражнения. Это спортивная радиопеленгация диапазон 3,5 МГц, то есть короткие волны, спортивная радиопеленгация диапазон 144, это ультракороткие волны, спортивная радиопеленгация спринт, большой забег, это спортивная радиопеленгация радиоориентирование. И по итогам всех 4 забегов у нас будет сформирована сборная России для участия вот в первенстве мира. Принцип соревнований по радиопеленгации или так называемой охоте на лис – найти необходимое количество контрольных пунктов при помощи карты и радиоволн на приемнике. На карте отмечены только старт и финиш. Передатчики и контрольные пункты участники ищут на слух по азбуке Морзе при помощи специальной системы. Вот так выглядит система радиопеленгации. Настраиваем на нужную волну 3,5 МГц. Вы, наверное, уже слышите 3-2. Это значит, мы у контрольного пункта отмечаемся чипом. Финиш. Участники также называют этот вид спорта шахматами на бегу. Радиоспорт привлекает спортсменов соединением интеллектуального и физического труда. Самый взрослый участник соревнований занимается радиопеленгацией уже 52-й год. Сейчас ему 76 лет. До 300 медалей не хватает 2, за которыми и приехал. Я с 64-го года начал заниматься этим видом спорта. Но я в училище кончил, связи, морзянку знаю, все остальное мне очень было легко. И физически очень было здорово, потому что у меня достижения вообще таких, как говорится, вундеркинд, почему хотят стать человек-легенда, почему? Я такие вещи делаю, что в мире никто не делает. Они говорят, сколько ты будешь бежать? А я говорю, целый день, не может быть, поспорили. За мной в Баку, с Мардакян до Баку 50 километров, и я бегал 16 часов без отдыха. У рязанской команды уже есть призовые командные места. В личном зачете у Надежды Новиковой первое место по спринту, второе у Евгения Фитюлина и Надежды Жарко. Рязанские спортсмены говорят, что дома отчасти помогают и стены. Родные стены, так сказать, родные сосны помогают, естественно, там. Ты уже знаешь местность более-менее, но все равно ты не знаешь, где находятся передатчики, им может быть все, что угодно. То есть, да, они могут в любых местах располагаться, и как бы недостаточно того, что я знаю этот лес. То есть нужно еще упорно тренироваться, готовиться. Сегодня был последний день соревнований по дисциплине радиоориентирования. Сегодня же стало известно, из каких городов собралась сборная страны среди младших групп, которые отправятся на соревнования в Норвегию. Этой честью удостоились участники из Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Ставрополя и Нижневартовска. У рязанских взрослых спортсменов теперь появились шансы на участие в чемпионате мира по спортивной радиопеленгации в Болгарии. Но для этого нужно успешно пройти еще 2 этапа – в Воронеже и Санкт-Петербурге. Нам остается пожелать удачи нашим спортсменам. Это все темы на сегодня. Сразу после выпуска смотрите программу «Подробности». Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей по ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 99 77 22.